Здравствуйте. Это, так скажем, следующий виток уровня развития нашей команды. Главная идея контраста — раскачать две противоположности и прийти к общей гармонии. Так выглядит ДНК русской кухни. Я повар, я общаюсь. При помощи еды. Будьте любезны, ваши ладони. Будьте плавать красненько. И теперь вы можете насладиться ароматом свежевыпеченного хлеба. Итак, первый курс называется «Ни рыба, ни мясо». Мы засолили кокос чесноком и укропом и перцем. На кухне Гагана, собственно, когда готовился к своему дегустационному сету, случайно я понял, что молодой кокос может быть как сало. А также в сезон мы приготовили липовые почки. Они дают особенный вкус. Итак, это очень известная история. Это копченая груша. Черкеска. Это, собственно, кабачки, которые выросли у нас в Саратове. И сверху немного груши. Собственно, я натираю. Представьте, что это палитра, а это ваша кисточка. Прямо катит, чем трясуйте и ешьте. Сезон молодого миндаля. Миндаль. Яновидная роза. Я беру немножко масла, добавляю к молодому миндалю. Здесь находится копченая икра. Берем немного цветов тимьяна. В общем, это твердый, мягкий, закопченная черная икра с молодым миндалем, миндальным молоком и маслом ионовидной розы. Море и суша. Это эти цветы, которые сверху, они приготовлены из сельдерея, это корень сельдерея, представитель земли, и погрузили их на такое дерево из водорослей. Готовили вот такую вот визуализацию устрицы. Сверху немного джонджоли. Джонджоли — это продукт юга, который в этом году, собственно, мы засолили. Так, следующая история — это контраст между Европой и Азией. Я решил приготовить такое карпаччо европейское из морских гребешков дальневосточных с соусом из водорослей. А сверху идет extra virgin olive oil. Да. И понзу. Соус понзу из водорослей мы делаем сами. Я добавил сюда морковь, малину, водицу. Очень утерянный рецепт. Готовится из плодово-ягодного сока. На литр сока стала ложка водки. Перемешивали и настаивали в течение 2 недель. А в основном меню такая же морковно-малиновая вода подается с кольцом. Это морковь, малина, водица, морские гребешки, соус из водорослей и гуакамоле, какой могло бы быть только в России. Там нет авокадо, там есть русские ингредиенты. Нужно будет угадать, из чего оно сделано. Если угадаете, вас ждет приз. Итак, суперприз тому, кто угадал, из чего приготовлено гуакамоле в России. Это слепок моей шоколадной руки. Можно отбрызнуть смокину пальцы, как минимум. Итак, следующий контраст. Это как раз, опять же, яркий представитель моря и земли. И такая, знаете, история про реально-нереально. Есть ли в Черном море абхазская икра морских ежей? Мы ее придумали. Это печеный картофель икра морских ежей, реальных, с муссом из печеной картошки, снизу пепел и лед. Огонь и пламя. Один из самых известных контрастов сейчас мира. Немножко сверху золы. Да, и теперь можно есть. Нужно ложкой есть изнутри печеный картофель с икрой морского ежа и сочетать one by one. Рекомендую сначала съесть горячую вот эту с картошкой, а потом, собственно, холодного ежа. В общем, мы приготовили вот это крошево из капусты. Добавили рассол гречный. Избили его с зеленью. А крошку я готовлю с белыми груздями. Очень интересные цветы, виолы называются. Тоже Костя Токарев их выращивает. Они очень вкусные. Поэтому рекомендую съесть их в самом начале. Еще один из ингредиентов — это, собственно, бородинский хлеб. Очень хороший парень для этого блюда. А это как раз рассол огуречный, сбитый с серыми щами. Рассол, вот это кисло-сладкое, русское кисло-сладкое, терпкое.
не горькая, такая мощная, глубокая. С каждой ложкой, например, супа, ты можешь понять, о, фак, это что это, я такое не пробовал ни разу. А верни мне крошку обратно, крошку верни. Ну, конечно, это страх, ну, это вот правды, понимаешь? Вот она, правда. Вот она. Здесь это магия, она происходит, она вот она в моменте. И русская кухня, это ни в коем случае не мизанплас, как у французов. Тысячи ингредиентов на тарелке. Это прям вот, вот в моменте получается. Только собрал, приготовил, бам, вот это все, оно живое. Когда оно полежало, оно уже умирает. Следующая история – это жареные грибы. Мы понимаем, что лисички сейчас сезон. Потом пожарили лисички. Цветы настурции, молодой медаль, про который мы уже говорили. А мы сейчас взяли то же самое молоко и обогатили его углекислым газом, превратили его в сметану. Из медаля слабосоленые огурцы, молодой медаль и жареные просто лисички. Такой, мне кажется, курс, который мог бы быть у бабушки дома. Для меня это очень важно, потому что мы путешествуем по России и приносим русский вкус в наш город и, собственно, дарим его гостям, иностранным в том числе. Очень необычный стейк. Такой ни рыба, ни мясо. В Дальнем Востоке есть рыба, она обитает между Хоккайдо и Сахалином. И, собственно, это ее щека. Голову режут, пилят, и мы ее запекаем как стейк. По кедру мы маринуем в квасном сусле тоже. А это тутовник. Рекомендую есть руками. Если хочешь соль, еще можно добавить. Сейчас огромная новая волна молодых шефов, которые, собственно, захватывают этот город, не только город, эту страну, которые работают на результаты, которым хочется что-то менять, быть лучше, чем вчера. Поэтому антракт. Приглашаю вас на кухню посмотреть на тех героев, которые для вас готовили сейчас. Заходим, свидание святых. Кухня в отеле. Всем привет! Знаете, у нас есть такая очень интересная старорусская игра, называется «Собраш». А, красиво. Роман, это уровень. Немного брызгу шампанского. Это, собственно, желе из шампанского с земляникой. Такое небольшое антреномя между рыбой и мясом. Это кухня Вайтребита. Собственно, здесь горячий цех, там у нас холодный цех. Гриль, кухня White Rabbit, нужно постоянно наблюдать, стоять по ним часы, это огромная машина, которая работает, не покладая рук и ног, и мозгов, и всего остального. Ребят, суп-собачок, новый заказ на эскалоны. Выходит чек, мы озвучиваем заказ. Ребята все подготавливают, скидывают на раздачу, мы сервируем, и это уходит в зал. Все, все счастливы. Помимо меню с дегустационного сета, есть меню а-ля карт, в котором есть очень много интересных блюд. Одно из них, сейчас сезонная морковка, вот цветная морковка Светланы Ивановой, которая... А, вот. Дальше фермерские продукты. Это фиолетовая морковка, все специально. Белая, желтая. Желтая свекла, невероятно крутая. Катя, покажи желтую свеклу, а? Да, вот, кстати, у нас есть студенты, ну, которые учатся, у нас стажеров очень много. Катя закончила город Гордон Блюк, кстати. Где ты училась, скажи? So, I had, like, several internships in Venturi and in New York, and I was working for Joey Robuchon, and was... And then I'm now here, and I'm very happy. Thank you. Покажи свеклу, подожди. Спасибо. Свекла, мы запекаем ее на соли морской, она получается у нее очень крутой, очень, так видишь, карамельный, интересный вот этот колер. Мы сейчас сделаем как равиоли, глютен-фри, просто нарезаем копченый сыр и сверху делаем три вида икры, стрина, форель и щука, и заварим соком морских гребешков, это такое получается очень прикольное блюдо. Это сейчас мы новое разработали, как раз Катя над этим работает. Катя просто пример, потому что это те, кто уже отучился за границей, и уже сейчас есть поколение поваров, которые отучились за границей и вернулись в Россию.
стол хорошая. Это не так сложно попасть, но собеседование со мной просто провести надо. Попасть не сложно, вот остаться трудно. Не каждый выдерживает. Нелегко. Ну, в принципе, цели оправдывают средства. Это щепа. Даем эффект копченый. Что самое сложное? Скоординировать работу. То есть у нас одно блюдо готовит сразу несколько человек, а мы непосредственно на раздаче координируем. То есть один человек координирует и двое собирают. Самое сложное, наверное, в координации все. Костя, скажи мне чеки и время, пожалуйста. 311, 8 минут. И пока на этом все. Беречь нервы, самое главное. Такие вот обычки. Не вот так вот он попадает в Инстаграм. Мой, собственно. Если как кто ведет наш Инстаграм, я никто, я сам. Look at these guys, it's amazing. Вот это секс. А помидоры из Краснодара. This is tomatoes from Краснодар. It's amazing. Incredible. Incredible. Обжигаем, она сейчас горит там внутри. И, собственно, обгорает, таким образом появляется аромат копчения. Вот. Заряжать. Да. Добро пожаловать в лабораторию White Rabbit. Test Kitchen White Rabbit. Здесь происходят разные интересные вещи. Собственно, книги, наша библиотека, которая собралась за какое-то время. Мы перевели все книги на русский язык, и здесь в этом компьютере можно найти русскоязычную версию уже всех этих рецептов. И в этом главная задача. Повара приходят, выбирают рецепты, ну и дальше заработают. Главная задача Test Kitchen, то, чтобы люди приезжали, ходили, прорабатывали, готовили. Да, у нас были гости еще. Из Сибири она привезла, обещала, у меня там целая фабрика. Вообще, скорее можно откуда угодно быть. Вот это прекрасная история. Вкусная, самая. Это же не вот эта курица, а вот этот чеснок, например. А вот это, в этом, да, скажем, соке приготовлены печеная картошка, например. То есть вот, знаешь, это вот самое вкусное, это здесь. И вот, вот эту картошку, как бы, да, ее можно использовать вот, как угодно. То есть можно сделать какой-то снэк сюда с картошкой. Это картошка, печеная с курицей, например, да? Курица может уйти там в какое-то блюдо другое. Курица, кстати, так себе. У нее есть, конечно, вкус. Вкус есть курица. Но она резиновая, жесткая. С точки зрения курицы, как курица, как продукт, она, скорее всего, бройлерная, понятно, но она... Ну, попробуем. Она же мясистая, да? Что думаешь? Ну да. Может, мы уже отвыкли от смотрите. Ребята сейчас готовятся к меню. Это вот, собственно, такая будет новая история. Кабачки, сейчас сезон кабачков и патиссонов. Буквально сейчас тебе покажу. Мне сегодня с фермы привезут качественные первые патиссоны. Смотрите, офигенские. Здесь вот прям космос. Патиссоны, да? Пенится, а здесь? Да. Бактерии, как попало. Брожение там идет в процессе. Мы делаем ошибки тоже. Ошибка — это новая возможность. Ошибаться нормально. Контраст, да, что было раньше, курица или яйцо. И поэтому и перепелка, и яйцо ты можешь найти на тарелке. Сверху находится, собственно, заячья капуста, немного трюфеля краснодарского. И рядом лежит кусочек... Это топинамбура. Топинамбур приготовлен очень интересным способом. Очернение называется. Позвольте мне вас выбрать этот нож себе. Это моя личная коллекция ножей. Я долгое время собирал. У каждого есть своя история. Некоторым больше 120 лет.
Итак, это сладкая часть меню, и идея в том, что это начало конца. Салат на десерт, а также еще хрустящий зеленый салат, сладкий, мы оставили ниже, он как настоящий, просто зеленый салат. Лера Сидорова, начнем кондитер White Rabbit, собственно, очень известная персона, в принципе, в кондитерском мире, не только. Это история все-таки про арт. Первый конструктивизм, а потом импрессионизм. На мой взгляд, это четкий конструктивизм. Когда вы закончите есть, это будет абстракционизм. Итак, следующая история. Это контраст будущего и прошлого. А перед вами, собственно, перевернутый горшок для цветов шамотного камня. А сверху находится мусс из березового луба. Березовый луб — это самый древний ингредиент прошлого, по сути, который раньше использовали крестьяне для хлеба. А сверху напечатали такой, как будто бы цветок. Для того, чтобы понять это блюдо, надо прорастить цветок. То есть ты направляешься сюда, и получается из Double Reality появляется цветок дополненной реальности. Он живой, кстати, абсолютно, ты видишь, он так вот двигается, лица у него появляется. То есть можно его запечатлить, отправить кому-то, подарить и так далее. Как, каким образом это закончится, я не знаю. Напечатывание вот этой марки на еде с дополненной реальностью произошло первый раз. Я вдохновился на одном из биеннале. Я направил айфоном и увидел, как это все происходит. И я решил, о, круто, а было бы круто это сделать на еде. Да, специальный принтер, который печатает на еде. Кстати, родилась идея вчера, знаешь, что сделать? Десертный сет. В этом идея, да? Перевернутый горшок как бы прорастает этим цветком будущего. Возможно, будущее — это цветок, не знаю, бесконечной реальности, бесконечных возможностей для нас. При помощи ложки можно просто эту штуку сверху разбить, ну и есть. Вы наверняка видели Сикстинскую капеллу, где Бог создает Адама. И если обратить внимание, здесь напечатана рука Адама, как раз, которая тянется к Богу, потому что Бог, он везде.